чел. Нам давно уже нужно было перестать лутаться и начать бежать. Честно говоря, я хотел бы найти что-нибудь здесь. Машину. Ну или хотя бы что-то наподобие этого. Парни, синее солнце приближается, мы должны продолжать бежать. О, я нашел машину. О, слава богу, пошли. Прекрасно, я за рулем. Черт, спокойно, чел. Ты отхиляйся, а я за руль. И вот мы в ней. Сука, это было близко. Как же сложно было найти эту чертову тачку. Да, чел, это было безумие. Но сейчас все хорошо, так что газуй. Хорошо, мы можем просто проехать за холм, попасть в починки. Да, круто. В любое время, Алан. Алан. О, господи боже, он дисконнектнулся. Ладно, все путем. Бен, ты за руль. Я не могу. Окей, Рон, ты за руль. Нет, я не могу сесть за руль. Никто из нас не может сесть за руль. Что ты хочешь сказать? Оу. Пиздец. Да, пиздец. Ну что нам теперь делать? Мы можем побежать, но я не думаю, что мы найдем какую-нибудь другую тачку. И зона вовсю уже бьет по нам. Может, подождем 4 минутки? Я не думаю, что у нас и минуты есть. Дерьмо, что же нам делать? Есть только одно, что мы можем сделать. Что? Убить его. Ты же не серьезно? Но он прав. Либо Алан умирает, либо все мы. Вы, парни, серьезно говорите об убийстве? Должен быть другой выход. Подумай, до зоны еще целая миля, а у нас мало здоровья. Пока он сидит за рулем, никто из нас не может уехать. Да, я хочу сказать, что мы могли бы сидеть на пляже, но не пока он за рулем. Это просто. Мы убиваем его, выживаем. Или мы не убиваем и умираем. Не жаль, Алан. Не делай этого, Бен. Не надо. Я должен. Нужно спешить. Сделай. Давай. Я не могу этого сделать. Не могу. Простите, парни, я здесь. О, мой бог. О, мой бог. Ты просто пристрелил его. Ладно, ладно, он умер. Я за руль, мы выживем. Мы валим. Валим, 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 валим. Парни будут чувствовать себя такими дебилами, когда помнят, что оставили меня здесь. О, дерьмо, они, походу, уже не вернутся. А знаете, что может вернуться? Активность у меня на канале. Пишите, на каких авторов хотите увидеть озвучку. И приходите на стримы. Зачем-то. Ну, еще группа ВКонтакте, но там актива никакого, так что...